Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня мы будем идти по просторам окрестностям знаменитого Габалинского района Азербайджана. Мы должны сейчас пойти в озеро, но перед этим мы пройдем по окрестностям самого центра Габалы. Да, вот у нас сзади парка, и там впереди Парк Победы 100% по пути. И нас ждет целый час пути до озера Нургул. Ну, как-то самого холодного озера. Да, вот самого. И Славик обещал нырнуть. А в такую погоду? Ну, он попробуется, по крайней мере. Вот, и озеро находится вон на той горе. Сейчас идем в парк. А отель был классный. Цена и качество соответствовали уровню европейскому. Мы в парке Гейдар Алиева. И тут молодому поколению предлагают сыграть на Sony 2. Sony 2. Новейшая приставка. Да, но сейчас даже у Антона перейти. Кстати, уже вышла уже четвертая, вообще суперская реклама. Да. За это ему платят. А мы на Аллейке, кстати. Да, мы на Аллейке. Это вообще тут как везде все в зелени. Кстати, правда говорят, что зелень для программистов хороша, для глаз. Она для всех хороша. Для всех, даже для вот рэперов там, они тоже зелень очень любят. Вот, смотрите, какой парк вообще супер. У нас, по-моему, таких зеленых парков нет, да? Ну, немножко есть. Нет, а я понял, у нас, может быть, есть такие зеленые парки, но ввиду того, что вокруг столько машин, высоток и так далее, он не чувствуется эту зеленью. Да, и плюс внутри они размешаны всякими забегаловками, будками. Тут этого пока нету. А, вот мы нашли памятник. Вот очередной памятник Гейдар Алиеву. На фоне гор. Кстати, горы так дымятся у тебя. Это не дым, это, по-моему, туман. Мы на фоне Дома культуры Габалы. Вот, для них парковка еще. Бесплатно. Кстати, по крайней мере, нигде мы пока не видели, да, вот эти бесплатные стоянки? До сюда это еще пока не дошло. Да, хотя велосипед уже дошли. Здесь? Ну, в Барде точно дошли. В Барде, да. Тут, кстати, много людей в ветровках и всяких куртках с гербом футбольного клуба Габала. Вот. Мы, помнится, в прошлом году тоже ходили с моим другом из Самары в их магазин. Так вот, они нам сделали там подарок, просто так нам вручили атрибутики, шарфы, там, кружки, флаги, брелки. Вот сейчас направляемся в сторону гор, и по идее по пути там должен быть памятник. Памятник Победы. Памятник Победы. Вот мы подошли к Парку Победы. Вот, но перед тем, как туда завернуть, смотрите, какая красота на фоне. Че? Какая это красота. А мы к памятнику не пройдем? Пройдем сейчас. Просто показывал фон. Ты опять... Мы встречали такую же вещь вон там. Кстати, видимо, его посещали, видишь? Блин, что здесь делает курица? Она посещает памятник. Она эти цветочки жрет. А те, которые принесли, да? А, давайте курицу возьмем. Вот памятник. Вот там годы 41-45, а справа надпись, гласящая, что память о ветеранах вечна. Мы в парке имени Зарифа Алиева. Парк советских времен, да? Что думаешь? У нас... Не обещаю. Ну посмотри, плиты, они какие все. Да, видно было когда-то памятником. Да, здесь, видите, парком. Травы все победили камень и все. Видимо, сточили камень. Сейчас направляемся к горе. Мы практически дошли до нее. Да, сейчас вот должна быть развилка, надеюсь, она рабочая. Вот, через арку мы пройдем дальше. Ага. Сейчас через нее. Природа, пройдем. Конечно, офигительная. Зелень дофига, много рек. Слава богу, нет собак, как в Барде. Да. Да, пока мы из животных встретили одну курицу. Которая осквернила памятник. Это в Парке Победы. Ни кошек, ни собак. Ни людей. Дима, чем объясняешь отсутствие кошек в Габале? Мне еще кажется, что просто тут народ не так любит кошек, как в таком городе, как Баку. Ну, в Баку тоже не все любят кошек. Раз-два я общался. Ну, вот эти раз-два, по крайней здесь мере, собирают. Вот. Вот за нами остается арка в парк имени Зарифа Алиевой.
Здесь, кстати, интересный контраст. С одной стороны природа не тронута, а с другой завод фигачит по полной. Что-то копают, там все черное. Тут больше как бы на карьер похоже. Что-то. А это, по-моему, даже река. Ну да, это она... Она только это... Не полноводная. Сейчас ее тоже покажем. От нее такая прохлада идет. Мы на высоте где-то 4-5 метров, но от нее прохлада идет. Получается, что когда снег тает, здесь все легко это? Затапливает. Здесь даже они ограждение поставили на высоту, чтобы вода не уходила. Сразу переходим дорогу, чтобы нас задавили на них. Ой, пятый регион, Дагестан. Пошли. Вот, посмотрите, тоже река, та же самая река, вот, вот здесь. Помните, мы в Закаталах по таким местам гуляли? Да, переходили горную реку. Да. Много тебя не было, это было. Помню, очень было страшно. Я как никогда был в шоке. Но страшно не было не потому, что вода, а потому, что скользкие камни были на дне. Ну что, нам осталось примерно где-то 5 километров до озера. Примерно, да. Двинем. Вот мы прошли еще немного, и вот почти уже дошли до озера. Вот видите, какие горы здесь. Большой Кавказ. Да, это Дима нам подсказал, что это Большой Кавказ. И вот. Уже туман как будто бы прошел. Ну, просто, видимо, подошли близко. Да, мы его уже не... Мы, наверное, сами уже в тумане. Идем дальше к озеру. По-моему, рядом же, нет? И что мы тут? Не могу знать, товарищ. Товарищ. Как я никого не называл, 91-го года. Мы узнали, почему здесь был дым. Это все от этого самовара. Да, мы сейчас дыму самовара, он стоит прям на трассе. Вот, сейчас заходим. Вроде бы озеро вот здесь. Ну да, здесь все вокруг зелени и природа просто супер. Если не изменяет память, по-моему, здесь была вот. Мы на машине въезжали сюда в прошлом году. Благодаря приложению Nokia Maps мы поняли, что завернули не туда, и вот обратно идем. Мы же дошли, да, вот, до этого озера. Тут вообще, пока доходишь до него, мало того природа класса, так еще и ощущаешь себя зрителем Формулы-1 гонки. Тут все гонят. И грузовики, и автобусы. Вот, заходим. На территорию. Природа суперская. Плысь, сделай обзор, панораму. Вот, сейчас надо прокрутить. Вот. И тишина. Тишина, которую любят философы, которые живут в бочках и кушают капусту. Вот мы уже почти подошли к озеру. Смотря, а тут вот еще играют ребята в волейбол. Если обычно во дворе волейбольная игра продолжается до тех пор, пока хозяина мяча не позовут домой, то здесь пока мяч не пойдет в озеро. А потом начинается уже заплыв. О, спорт, ты мир. Хотим прокатиться на лодке. Вот, и даже и покушать, конечно, если хочется. Сколько людей. Вот это какая красота вообще. Никогда не катался на лодке. Сейчас посмотрим, что получится. Все-таки решились прокатиться на лодке. Первый лодочный опыт. Самое обидное, здесь нельзя плавать. Да, там была надпись, что купаться нельзя. Ну, в принципе, если где-нибудь там прыгнуть в воду, пока не добегут до нас. Мы уже все. На таком фоне прекрасном мы еще плывем. Дима уже сочиняет стихи, а Славик думает, как бы нырнуть так, чтобы незаметно было. Чтобы нас не засекли. Да, нас не заметят 322 человека, которые здесь одна стоит. Наша встреча в Абалу заканчивается. Мы уезжаем в Баку, чтобы быть в курсе всех путешествий. Подписываемся на наш канал, и тогда вы будете знать все про Республику Азербайджан.